Тони Робинс говорит, прыгаем, да, там, они там все прыгают, а он стоит у стенки, ну, как так, короче, это все не работает, это все фигня, это своего рода дрессировка аудитории, но все прыгают, и мы попрыгаем, происходит некое такое, ну, своего рода зомбирование. Тони Робинс, он уже работает как марионетка. Концерт, по факту, это мотивационный концерт. Привет. Так себе погодка, конечно, но насыщенная неделя. У нас планируется целых два интервью. И это первое из них с Кириллом Куницким, основателем группы компаний «Бизнес-конструктор». Они занимаются консалтингом, обслуживают крупные компании, а также обучением. Поэтому поговорим сегодня с Кириллом о тренингах и о тренерах. Обсудим нашего с вами любимого Тони Робинса. Расскажем о том, как выбирать себе бизнес-ассистента. В общем, будет интересно. Подписывайтесь, досматривайте этот выпуск до конца, потому что вас там ждет небольшой сюрприз. Поехали. Мы же с тобой на YouTube сейчас. Ты знаешь, mm-hmm. что важно для любого ролика на YouTube? Нет. Mm-hmm. Это хайп. Mm-hmm. Это правило платформы. Вот хайп работает, к сожалению. Давай хайпанем на какую-то тему. В твоей отрасли самая сейчас хайповая тема – это выступление Тони Робинса в Москве. То, что mm-hmm. было для нас пару дней назад, когда выйдет это интервью, ну, 3 недели назад. Но в любом случае, событие знаковое, он впервые был на территории СНГ, 26 тысяч человек собралось. Вот объясни мне, как человек, который погружен в этот инфобизнес больше, чем я гораздо, феномен Тони Робинса. Ну, на самом деле, Тони Робинс – это продукт, который сформировался на большом таком спросе, потому что есть огромное количество людей, у которых есть такая основная базовая потребность – потребность счастья. И Тони Робинс – это человек, который по факту дает людям такую хорошую инъекцию счастья в короткий период времени, заставляет их прыгать, заряжаться, верить в себя, потому что вот эта способность к самомотивации, она у всех людей на разном уровне. Феномен Тони Робинса, на самом деле, он очень схож с феноменом Шанель, Гуччи или любых брендов, которые имеют историю, потому что он возник достаточно давно. Тони Робинс – это хороший НЛПер, то есть это человек, который очень хорошо прокачан в НЛП. То есть на самом деле, ну и он это не скрывает, насколько я знаю. То есть это очень большое количество НЛП-техник, которые, ну, действительно имеют целый ряд ниточек, за которые можно подергивать для того, чтобы у человека вызвать очень такой бодрый подъем духа, веру в себя, веру в успех, там, слезы, если нужно, и, соответственно, играть с его эмоциональным состоянием. Вот Тони Робинс прекрасно это делает, и по факту это не только Тони Робинс, это команда Тони Робинса, которая это делает, потому что Тони Робинс, если посмотреть вот технически, как идет тренинг Тони Робинса, то Тони Робинс, он уже работает как марионетка, у него все вот, ну, это по фотам иногда видно, когда вот он стоит на сцене, и у него перед ним экраны, где буквально ему говорится, что сейчас сказать, какую фразу, где нужно заплакать, где нужно там, не знаю, задуматься, и под это все идет звукорежиссура там тут же, то есть свет, все это все очень срежиссировано. Это концерт. Концерт. По факту это мотивационный концерт. А, но люди к этому почему-то неожиданно не относятся как к концерту и думают, что это поменяет их жизнь, и в том числе тоже идут на последние деньги. Тренинг Тони Робинса в Москве был достаточно дорогой. Сравнивали его с тренингом в Нью-Йорке, он был в 2 раза дороже, чем там. От 30 до 500 тысяч рублей, это там $7000 получается, довольно много. И за $7000 люди там 4 часа попрыгали, как бы получили инъекцию счастья, которая, ну, она как быстро она рассеивается? Ты знаешь, я тебе скажу, что на самом деле я уверен в том, что большая доля людей, которая пошла на Тони Робинса, она пошла туда, мотивируясь тем же, чем мотивируются люди, идущие на концерт Бейонсе. Причем я уверен, что большая доля людей на концерте Бейонсе – это не фанаты Бейонсе. Это люди, попавшие туда, это, у нас в городе концерт Бейонсе или там в соседнем городе концерт, погнали, это же Бейонсе, надо же пойти посетить. Там, как это, ты не был на концерте Бейонсе, как это, ты не был на тренинге Тони Робинса. И вот ты идешь, и пошли все вместе. И вот оно вот таким образом работает. Наверное, высший пилот для спикера, тренера, быть на таком уровне узнаваемости, когда люди идут на тебя даже не столько ради информации, просто чтобы отметить себе галочку, что я был на тренинге Тони Робинса. Я скажу даже по себе, да, ну, у меня многие люди, которые идут ко мне, идут со скепсисом вначале, да, то есть я это прекрасно знаю, и к Тони Робинсу я точно так же уверен, что многие идут где-то даже не зная, что они хотят получить, идут со скепсисом. То, что у него работает мотивационная машина, она работает хорошо. То, что не все в нее вовлекаются, ну, это нормально, потому что люди имеют свои внутренние какие-то психологические установки, барьеры, стеснения даже. То есть, например, человек приходит, там, Тони Робинс говорит, прыгаем, да, там, они там все прыгают, а он стоит у стенки, ну, он стесняется прыгать со всеми. А тут же Тони Робинс, он же запускает вот эту вот психодинамику за счет через тело, через движение, через эту групповую динамику, а человек не вовлекается в нее, потому что ему стесняется. И он, стоит ему 10 минут постоять у стены, и он уже выпал из этой динамики, он уже чувствует себя не таким, чувствует себя какой-то белой вороной, и он начинает сам себе оправдывать то, что вот он не такой,
такой, тем, что так, короче, это все не работает, это все фигня. Ну, просто он не начал играть по правилам тренера, и все. У меня были, ну, в молодости были точки на Петровке. Мы из Индии импортировали всякие слоников, благовония, там, ну, короче, эти штуки. Такой бизнес тоже был. То есть ты киоскер бывший? И киоскер, и мойщик машин. У меня первая моя деятельность в третьем классе. То есть это реально был бизнес. Я в третьем классе организовал группу из 20 пацанов и сделал организованную компанию по мойке машин. Мы на авторынке Перово. У нас причем была организационная структура, у нас была команда продаж, которая искала клиентов, была команда с ведрами, которая бегала мыло, были отдел снабжения, который бегал к бабушкам на квартиры, стирал тряпки, набирал горячую воду. То есть все было организовано. И бабушки были пределе. И бабушки были пределе. Социальный бизнес. Да, третий класс. Длилось все где-то месяца полтора, пока милиция не обнаружила какой-то странный детский предприятие, знаешь, Тимур и его команда. А ты можешь для нашей массовой аудитории рассказать, что такое NLP? На самом деле NLP – это история, которая существует достаточно давно, и по факту это систематизация определенных психологических техник. Насколько я знаю историю основателей NLP, они в свое время смоделировали работу определенных психологов. То есть взяли несколько образно психологов, у которых хорошо получается работать с людьми, они были математиками, авторы NLP были математиками. Они сказали, давай вот посмотрим, как этот человек проводит свои там сессии, консультации с пациентами, клиентами, и разложим это в алгоритмы. Они это разложили в алгоритмы. И фактически это набор таких психологических подходов, ключиков, которые позволяют активировать определенные состояния у человека, то есть или менять определенные состояния у человека. То есть за счет чего? За счет речевых модулей, за счет работы там с визуализацией, с телом. Я тебе скажу, NLP на самом деле везде. Вот я тебе самый простой пример. Да, вот реклама, манипуляция, в которой ты встретишь в любой рекламе. Каждая хорошая домохозяйка покупает Tide. Да, то есть на самом деле это вот пример смешения логических уровней. Пожалуйста. Или каждый предприниматель покупает Galaxy Note 9. Да, любишь, если ты меня любишь, ты должен купить мне шубу, жена говорит, например, мужу. Да? То есть это смешение логических уровней. То есть это как бы, но дело в том, что NLP создан не с этой целью. NLP на самом деле это способ терапии. Да? NLP изначально применяется как методология помощи людям выходить в более позитивное состояние, помощи людям перенимать навыки других людей. Прыжки для чего? Это техника NLP? У меня нет прыжков. А? У меня же мы не прыгаем. Вы не прыгаете, это хорошо. Наверное, хорошо. Может, надо, я не знаю. Может быть, надо, да. Вот зачем прыгать? Ну, все это делают по-разному. Смотри, очень многие тренеры просто увидели, что у кого-то кто-то прыгает и начинают делать то же самое. То, для чего это делает, например, тот же Тони Робинс, это своего рода дрессировка аудитории. Когда ты на протяжении определенного периода времени, ты говоришь, пользуясь тем, что ты оратор на сцене, говоришь, ребята, сейчас прыгаем, да, есть критическая масса, которая встала, есть скептики, которые сказали, ну ладно, да, мы не собирались, но все прыгают, и мы попрыгаем. И попрыгайте, теперь сядьте. И происходит это вот некое управление массой. Аудитория начинает расти, вот этот индекс такой как бы референтности тренера. И происходит некое такое, ну, своего рода зомбирование. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Все зависит от тренера. Если у тренера негативное намерение, он хочет завтра эту аудиторию, не знаю, вывести там и устроить какой-то там переворот, там, ну, к примеру, да, то у него вероятность этого повысится, потому что она уже намного ему более подвластна. Да. Если он хочет, чтобы аудитория поменяла свое там сознание, поменяла свои какие-то убеждения, она опять-таки ему намного более подвластна, потому что как бы он ее дрессирует. То есть это дрессировка аудитории определенная. Плюс, ну, есть побочные эффекты, то, что человек, как объясняют многие тренеры, они скажут, что ну, человек же он сидит, он же закис, он, ему надо переключить там фокус внимания, ему нужно как-то поэтому давайте пусть они встанут, пусть они разомнутся. Но вот этот фактор дрессировки, он действительно важен. То есть это, кстати, по-моему, тот же Петр Осипов в каком-то из своих тренингов, он рассказывал, что они даже это до абсурда доводили, когда просто проверяли, насколько это работает, когда они сидели, когда сидит аудитория, и они говорят, люди, давайте достаньте деньги, давайте их рвать. Да? И люди достают деньги, начинают их рвать, да? Потому что вот тренер в какой-то момент времени это сказал. Ну, я не хочу ошибиться с цитатой, поэтому... Да, да, да. Но что... Ну, смысл понятен. Да. То есть можно даже людей заставить рвать деньги. Друзья, вы знаете, на каком тренинге вас никогда не заставят рвать деньги и прыгать? Это конференция «Бизнес-концентрат 3.0», которая пройдет уже совсем скоро, 6 октября. Это 1000 предпринимателей, это 5 практиков, реальных практиков бизнеса на сцене. Там будем, конечно же, и мы, поэтому, если хотите познакомиться, обязательно приходите. У нас там будет стенд. Мы будем рассказывать о том, как упаковывать франшизы, чем мы занимаемся, как вы уже знаете.
16 лет, довольно давно уже, да, это наш профиль, наш бизнес основной, поэтому, если вы хотите упаковать франшизу, приходите на концентрат, там расскажем, покажем, если не терпится, качайте презентацию в описании и вот здесь в подсказке. И я напомню, что наши друзья из компании Призма, организатор бизнес-концентрата, они разыгрывают ужин с Оскаром Хартманом, хедлайнером этого мероприятия, и это, я вам хочу еще раз сказать, это очень крутое событие, потому что даже у нас не получилось до сих пор договориться с ним об интервью, а у вас есть возможность с ним поужинать, и все, что для этого нужно сделать, это написать внизу вот под этим видео в комментариях, почему вы хотите пойти на ужин с Оскаром Хартманом. И самая классная мотивация будет оценена организаторами, и они пригласят вас на ужин с Оскаром Хартманом. Поэтому посмотрите ролик до конца, напишите в комментариях, почему вы хотите пойти на ужин с Оскаром Хартманом, и приходите на бизнес-концентрат 6 октября. До встречи. Но мы продолжим смотреть интервью. Я считаю, что рынок вот инфобизнеса, он, честно говоря, я некрасиво выражусь, но это он подзастран немножко сейчас. Подзастран, да. Вот, соответственно, и именно поэтому я стараюсь всячески, когда вот мне пытаются приклеить лейбл бизнес-тренер, инфобизнесмен, я всеми руками и ногами стараюсь отгородиться, потому что я говорю, ребята, ну не ставьте меня, пожалуйста, в один ряд со всем этим полчищем людей. Не потому что я сильно загордился, но потому что я и моя команда, мы даем реальные результаты реально крупному бизнесу. Мы не учим, мы не набираем толпы ребят, которые там покупают какую-то информацию, там, стань миллионером завтра, успешный успех и прочее. Там, да? Инфобизнес, это я отношу больше, это инструментарий маркетинга, который используется. В итоге мы приходим к образованию. Каренза, почему, если у нас здесь вот там в соседнем здании будет какая-нибудь школа английского языка, они что, не инфобизнесмены? Стоит им добавить инфобизнесовый инструментарий в продвижение маркетинга, мы скажем, о, инфобизнесмены. А сейчас они продвигаются рекламой на столбе, и они не инфобизнесмены. Я видел твое объявление недавнее, что ты ищешь себе бизнес-ассистента. Да. Дай советы, как выбирать бизнес-ассистента, учитывая, что у тебя уже были, и ты сейчас находишься в поиске. Да, я считаю, во-первых, ассистент – это один из первых людей, который вообще должен появиться у собственника. И вот такая, ну, мне кажется, это даже неверное суждение, что ассистент должен появиться тогда, когда компания очень большая. Нет, он может появиться даже первым человеком в компании. И это человек, который собственник очень сильно разгружает, и это человек, которому собственник может сделать себя подотчетным. То есть, потому что собственник бизнеса в большинстве своем – это человек не очень организован. Но большинство собственников, да, все-таки расфокус, эмоциональный. Ну, ты сегодня ехал на интервью, приехал в другое место. Да, приехал в другое. Вот, вот, так я тебе говорю. И вот, это потому, что у тебя ассистента нет. Абсолютно, потому что обычно меня курируют. То есть, это, знаешь, это к хорошему привыкаешь быстро, называется. Да, и когда вот, у меня вот, я прожил длительный период времени с ассистентом, который тебя полностью, он на уровне, там, чуть ли тебя не по геолокации следит, где ты, и там тебя, там, если что, перенаправляет, да, то действительно это... Нет, ну, я ехал, я жил привычкой работать с ассистентом. Я открыл свой календарь, проснулся, открыл календарь. У меня стоит интервью. Адрес. Стоит адрес. Я вбил адрес в Google, навигатор, сел и поехал, понимаешь? И приехал. Вот, видишь. Советы. То есть, как выбирать? У мужчины всегда должна быть девушка, или можно с парнями работать? И вообще, бизнес-ассистент — это только девушки? Ты знаешь, не только. И я хочу сказать, что ассистент — это тот человек, который со временем может очень сильно начать расти внутри компании. Он может даже вырасти там чуть ли не до исполнительного директора. И такие кейсы тоже есть. И представь, что это бизнес, не просто ассистент принеси кофе, там, да, а ассистент именно бизнес-направленности. Я видел хороших ассистентов парней, я видел хороших ассистентов девушек. По статистике девушки чаще хорошие ассистенты, потому что вот тут большая доля такой хозяйственности, да, есть, да, вот такой вот как бы. Но чуть меньше амбиций все-таки, чуть-чуть меньше. Готовность играть вторую роль, назовем так, да, потому, да, что вот у мужчины часто у него вот есть желание все-таки там, как это я должен быть, как это я буду там кому-то прислуживать. Да, прислуживать, да. А вот девушка, для нее это более характерно, наверное, не знаю, генетически. Соответственно, сейчас, это всегда... Сейчас тут посыпятся гендерные хейтеры. Сексистские выпуски на French TV, да, рубрика. Мы поэлист создадим, у нас бывают такие вопросы. Твой тест, который ты дашь девушке, которая придет к тебе на эту вакансию? Ну, у нас есть конкретные тесты, которые мы даем, например, да, мы даем, то есть мы пишем такой очень сумбурный текст, описание предстоящих двух недель моих, да, в которых так все вот перемешано, ну, специально запутано, да, причем с такими разными подвохами. И говорим, вот, прочитай эту историю и заведи аккаунт в Google календаре и расставь это в виде задач, и, ну, открой нам доступ, покажи этот аккаунт, чтобы мы посмотрели, как ты вот это все распланируешь, да. И вот это уже дает понимать, потому что это то, с чем мне придется сталкиваться. Либо даем какую-то таблицу с большим количеством данных, потому что нужно быть таким педантом структурированным, где большое количество данных с цифрами, и мы говорим, сведи их в общую таблицу, которая будет результирующим, то есть, например. Или напиши письмо, как пример, вот буквально даже сейчас ассистенту я говорю, например, представь, что тебе нужно договориться с Черняком, чтобы мы сделали там какую-то коллаборацию на YouTube, например, да, вот напиши письмо Черняку, вот это реальное задание, которое мы сейчас даем ассистенту. И вот она там пишет, передает письмо, ну, ты смотришь, насколько там это сухое или это действительно
какое-то интересное письмо, которое может зацепить. Хорошо. Бизнес-ассистент — это дорого? В пределах $1000 можно иметь, найти хорошего человека в наше время. У тебя есть на тренинге примеры, только ну вот реальные, которые там условно люди из таксистов становились предпринимателями? Смотри, надо понимать, что наша целевая аудитория — это собственники действующего бизнеса. То есть к нам не приходят таксисты? К нам приходит молодой стартапер, ну стартапер — человек, у которого нету бизнеса, есть только желание, рвение, мы говорим: бизнес-молодость, другие проекты, мы смело, то есть мы здесь не находимся, мы отстроены от этого, в этом плане. Наш клиент — это действующий бизнес, у которого есть хотя бы какие-то люди, уже какая-то работающая структура, потому что тогда есть с чем работать. Мне нравится работать с осознанной аудиторией, имеющей уже опыт, потому что они могут тогда оценить инструменты. Я скажу, когда приходит стартапер, я начинаю ему рассказывать про принцип внутреннего клиента в организационной структуре компании, про бизнес-процессы, то, что я люблю, то, что любит там моя команда, то, что мы даем, то стартаперу, ему это не нужно. Он говорит: какая у вас структура? Да я тут, ты да я, да мы с тобой. Ты мне расскажи, как лендинг сделать это. Я говорю: так есть же ребята, которые этим занимаются. То есть мы стараемся найти свою нишу, ну, быть в своей нише, мы ее нашли, мы находимся в ней. Смотри, у БМ есть репутация секты. Ну, не репутация, кто-то, есть люди, которые называют БМ сектой. Это связано с тем, что есть люди, которые не получают результата, которые приходят на последние деньги, я знаю, там кто-то даже кредиты берет, занимает, чтобы пойти, он думает, это изменит его жизнь. То есть люди неосознанные, вероятно. И таких много, и они, соответственно, формируют негативный образ у образовательного продукта. Твое, кстати, отношение к БМ краткое? Ты знаешь, я считаю, что это ребята молодцы, потому что они действительно качнули очень большое количество компаний, которые запустились в результате прохождения БМ. Но действительно побочный эффект — это даже не их вина, это специфика рынка. То есть когда ты говоришь: мы научим тебя стартовать бизнес, они вынуждены это делать в своем маркетинге, потому что иначе к ним не пойдут люди. Как раз аудитория, которая не понимает, это, знаешь, люди, которым им хорошо продается успешный успех и разные такие штуки, но действительно на выходе будет по-любому статистика большого количества вот хейтеров, негативчиков, неуспешных, потому что гарантии, что у них получится, ну, нету никакой. Я уже, знаешь, я даже, если так посидеть на моем любом там тренинге или практикуме, я часто такие упредительно говорю: ребята, вот этого, пожалуйста, не делайте. Вот не прочитайте, не поймите мои слова таким образом, потому что это будет вредно. Например, у меня был кейс, когда человек пришел у нас на длительную нашу трехмесячную программу. После первого занятия он услышал от меня этот месседж, что вот не каждый человек ваш человек, надо там подбирать людей только по личным качествам. Он пришел на второе занятие и сказал: Кирилл, ну все, я 70% людей уволил, что делать дальше? И он сам себе создал проблему. То есть, ну, не надо понимать вещи буквально. Чтобы не пострадала, во-первых, не только компания, но и репутация компании в глазах ее же сотрудников. Потому что любые резкие меры, они на самом деле портят бренд компании на рынке труда, когда компания начинает массовое сокращение внезапно, да? Ну, естественно, и косвенно портят мою карму, потому что в итоге Кирилл. Там этот шеф сходил на какой-то тренинг какому-то перцу лысому. И он говорит: а есть клуб лысых людей? Да, есть. И что вы там делаете? Даже президент клуба учился у нас на программе одной. Не, я там не вхожу туда в клуб, но я знаю, что он есть. Ну, просто президент... Реально существует клуб лысых людей? Да, клуб лысых мужчин. Мужчин. Ну, потому что лысых людей это было. Клуб лысых женщин. Очень интересно. Какой у него слоган? Мы лысые — это нормально? Я не помню. Я видел только фотографии, я ни разу не был. Меня приглашали на эти встречи, я не ездил. За пределами работы, за пределами бизнес-конструктора, есть какие-то хобби, которые прям тебе дают мотивацию, драйвят тебя? Ты знаешь, у меня есть любимая жена и... Ну, это хорошее хобби. Хорошее хобби, да. И это, наверное, мое вот объективное... Это для нее приятное. Да, для нее приятное. Я считаю, что, наверное, для мужчины вот такая мотивация, то есть иметь баланс семьи и дела, наверное, это наилучшее, да, что вот с моей точки зрения, наилучший баланс. Вот мне сейчас, в настоящий момент времени, получилось его создать, получилось его выровнять, и фактически у меня, наверное, вся моя жизнь, она делится на работу и на время, которое я провожу вместе с женой. Ты меня там редко встретишь просто, там, не знаю, в компании друзей, в компании мужиков, там, не знаю, в бане или где-то еще, да, то есть у меня такого времяпровождения нету. Я очень много общаюсь с людьми на работе, в бизнесе, у меня огромные тонны общения, и вот для меня вот это уже времяпровождение, ну, это поездки куда-то, это вот мы только вернулись, допустим, из Италии, там, поехали, взяли машину, объехали всю Италию на машине, вот это кайф, есть, знаешь, для меня вот это мое хобби. Люблю путешествовать, люблю определенные виды спорта, там, кайтсерфинг. В свое время любил виндсерфинг, сейчас на кайтсерфинг переключил. Хорошо, давай о факапах поговорим с точки зрения организации. Какие у тебя были факапы при организации ивентов? У меня был факап, наверное, который меня подтолкнул к тому, чтобы запустить бизнес-конструктор, потому что был этап, когда я не занимался сам никакой организацией своих каких-то тренингов и выступлений. Ко мне просто обратились ребята, сказали: Кирилл, ты же там бизнесмен, что ты там где-то там на блоге учишь своем. Я говорю: ну там пишу какие-то посты. Давай мы сделаем твой тренинг. Я говорю: давай. И вот первый этап моего там, не знаю, преподавания — это были внешние организаторы. И был у меня самый
мы провалили тренинг вот с ними. Пока был в том, что они забыли позвать меня на мой тренинг. То есть они собрали аудиторию. То есть я как раз тогда увлекался виндсерфингом. Я на Днепре тогда так круто там, в субботу утречком выехал и катаюсь с парусом. Выхожу там отдохнуть на берег попить водички. И тут наяривая, смотрю, там 30 пропущенных, перезваниваю. Они такие: «А ты где?» Я говорю: «В смысле? Я катаю. Все, у меня все хорошо. А что?» Ну как, люди же собрались, люди сидят. Я говорю: «А что, как в смысле собрались? Ну, у тебя же сегодня тренинг». Я говорю: «Так, а вы меня предупредили?» И тут начинается там диалог за кадром, там, да, там, на уровне: «А вы что, ему никому не сказали?» «Нет, блин, а я думал, ты скажешь». То есть, ну, они себе там назначили дату, собрали людей, и все. И вот мне после этого я сказал, ну, и как бы, ну, понятно, имя где-то косвенно морается мое, поэтому я сказал, ну... Так ты приехал на тот тренинг? Нет, ну это было бы тупо. Я приехал туда в пляжных шортах с парусом, знаешь, оно было бы, я просто сказал: «Ребят, ну там, благо тогда это был небольшой, там они собрали там, ну не знаю, человек 20-30, там была небольшая, ну не 100 человек, но как они как-то извинились, выкрутились, там перенесли на другую дату, как-то отмазались, но смысл в том, что я после этого, я зарекся, я сказал, я не хочу работать с внешними организаторами. Я снял маленький офис, посадил там одного, потом нескольких человек и сказал: «Ребята, вот уже пошел этот тренд, я кайфую, я занимался логистикой в другом бизнесе вообще, я говорю, ну собирайте мне людей, вот включите краны интернет-маркетинг, начинайте». И вот мы так шаг за шагом, и оно как-то так раскрутилось. Ну вот и все, друзья, интервью закончилось, а пробка, к сожалению, пока нет. Он вроде начинает двигаться потихонечку. Конкурс. У вас есть возможность выиграть любой практикум бизнес-конструктора компании Кирилла Куницкого. Что для этого нужно сделать? Это подписаться на наши с ним каналы, на French TV и на канал Кирилла Куницкого. Ссылочка будет в описании. У него там много полезного бизнес-контента. И, кстати, недавно вышло большое интервью со мной, где я рассказываю о том, как запускать канал на YouTube, немножко рассказываю о франшизах, рассказываю о наших факапах, о историях со спикерами и так далее, и так далее. Мне кажется, получилось интересно. Обязательно переходите, посмотрите и подписывайтесь на канал «Бизнес-конструктор». Конечно же, нужно поставить лайк этому видео и написать комментарий. Сегодня мы обсуждали в том числе тему бизнес-ассистентов. Тема, мне кажется, интересная. Наверняка у многих из вас есть свои или были бизнес-ассистенты, помощники личные и так далее. Ну, или если не были, то вы как минимум с ними общались. Расскажите о своем опыте такого общения, сотрудничества, как у вас получалось, что не получалось, как вы наладили эффективную коммуникацию, работу и так далее. Вот у меня была история с одним из наших спикеров, с которым я хотел записать интервью. Я ему пишу в директ: «Ну, давай запишем интервью». Он говорит: «Ром, без проблем, давай, вот тебе телефон моего бизнес-ассистента». Я связываюсь с ним в WhatsApp. Ну, в общем, чтобы долго не рассказывать эту историю, первый помощник отправил на второго, второй на третьего и так далее. В общем, я в итоге писал снова своему спикеру, говорю: «Ну, что-то не получается у меня с твоими помощниками, давай как-то напрямую договоримся». Так в итоге и получилось. Так что не всегда помощники помогают. Расскажите о своем опыте взаимодействия с чужими, со своими бизнес-ассистентами, бизнес-помощниками, секретарями, ну, в общем, той первой линии обороны, которая стоит между вами и руководителем какой-то компании. На этом все. Не забудьте подписаться на наши с Кириллом каналы. Увидимся с вами уже очень скоро. У нас через несколько дней выйдет интервью с Максимом Батаревым, второе уже в нашей истории. Очень классное получилось интервью. Кстати, с Максимом мы договаривались напрямую, без проблем. История с помощниками не его касалась. Так что до встречи на French TV. Пока!